Генеральный директор Апсныргылара Тимур Ткебучава в ходе инспекционной поездки в Тхорчал посетил несколько объектов. В их числе и мост по улице Чичхаля, реконструированный буквально на днях. Глава администрации города Тхорчала Ида Чичхаля поблагодарила генерального директора за своевременное реагирование на обрушение моста и отметила, насколько он важен для города, так как через него ежедневно попадают в свои дома большое количество людей. Мост по улице Чичхаля был разрушен во время мартовских ливней. Работы по его восстановлению были начаты по поручению правительства после инспекционной поездки премьер-министра Беслана Барцыц в Тхорчалский район 9 марта. Новый мост сделан с применением высококачественных материалов. В основании конструкции использованы бетонные сваи, которые впредь позволят мосту выдержать сильные нагрузки. Было дано поручение в кратчайшие сроки восстановить мост, который соединяет поселок Набережная с городом. В этом поселке проживает порядка 300 человек. Это было жизненно необходимо. И сегодня работы выполнены, мост капитально восстановлен. Далее в ходе совещания в администрации города Тимур Ткебучава отметил, что порученный руководством республики проект нового Тхорчалского рынка уже разработан. Подготовлено два варианта, которые в ближайшие дни будут представлены в правительство. Что касается поручения по разработке проекта Тхорчалского рынка, проект, значит, находится уже на выходе. В ближайшие дни два варианта проекта будут представлены на рассмотрение в правительство Республики Абхазия. Еще один объект, Тхорчалский детский сад, не может быть введен в эксплуатацию в связи с нарушениями норм строительства. Руководство страны поручило решить ситуацию в ближайшее время. По детскому саду, значит, ведутся работы по изготовлению мебели, кровати в спальных комнатах, а также в групповых комнатах, столов для проведения отдельных занятий для детей. Разработка ведется детских игровых площадок во дворе детского сада. Как отметил генеральный директор Апсныргылара Тимур Ткебучава, все работы по ликвидации последствий стихии, имевшей место в ночь на 24 апреля, госкомпании Апсныргылара в Тхорчалском районе завершены. В частности, заменена кровля Дома культуры и 15 жилых домов. Сария Смыр, Абхазское телевидение.